На этих стендах у нас было расписание наших всех конкретов. Так оно и осталось, все написано от руки, карандашом. С 8.15 из наших занятий до 17.10. Какой ужас. В общем, целый день ты пропадаешь на этих парах. Ты видишь, народ, смотри, народу занятия с 8.15 до 17.10. Это как минимум. А вообще есть до 20.30 даже. Можешь себе представить? Вот наши. Почему-то у нас в четверг, пятница не занятия. Да вы вечно халявщики были. Это, наверное, последний курс.